Прогляд пройшов у библиотеки имя Карла Маркса. 16-хвилинный сюжет фильма «Танго життя», заснованный на реальной истории, яка отбылася у концлагеры Нижней Саксонии. Есть у фильме и сучасный герой – подлеток, який шукає себе, задумывается про сенс існавання, бачит приклады безразважных учинков молоді. Але автор погружає его у іншую реальность – концлагер. Назву он мяу зоркавы, бо размещали там музыкантов з усёй оккупированной Европы. Дирижер, який кировал з неволеными, створил оркестр. И гэты оркестр выконывал танго каждый раз на передадні массового расстрелу альбо удушения у газовой камеры. Таким чином танго стало для зняволеных символом смерти. Садиста дирижера забьют у середине 60-х у Аргентине, як раз у той момент, коли его оркестр играл танго. Кто этого дирижера убил? Неизвестно. То ли это был Моссад, то ли это был кто-то из узников этого оркестра, который выжил, или узников лагеря, который выжил. Но до сих пор это все покрыто мраком. Самая главная идея этого фильма относится прежде всего к молодежи, чтобы они ценили жизнь свою. У «Танго життя» використаны редкие фото и кинокадры. За материалами немецких историков творчая группа отправлялась в экспедицию. Военной кинохроникой поделился телеканал ЦДФ. Фильм планируется показать у научных установок Могилева. Однако за психологично тяжких кадров для этого показу есть обмежевание по возрасту.